что люди пишут. Ты хорошо живешь. Очень фотогенично. Что пишут в нейросети? Почему Замай храпит в треках? Ощущение, что человек впервые в жизни не слышал Замай, да? Но это же вообще не зависит от того, что ты делаешь и что ты говоришь. Это действительно очень странно, вообще бессвязно, посмотри. Что? У меня сейчас вставание ведет, короче, количество комментариев, и я просто вообще в ахуе, я не понимаю. Типа ты же об этом вообще ни о чем не говорил. Сидишь и читаешь комменты. Радуешься за мной, чего о чем с вами разговаривать? Вы же вообще ни о чем не говорите просто. Какие вы беседы-то ведете с вами, ребята? Это что за шизофазия? Я не понимаю. Мне так страшно. Но с другой стороны, это охуенно, да? Это, знаешь, как будто какой-то новый типа язык такой. Как хочешь, так воспринимай все это. Красивая хуйня на голове. Расскажи что-нибудь говорю. А вы что, хотите, чтобы я что-нибудь рассказал, что ли? Мне кажется, нормально сидим, откисаем. Я когда в транспортной полиции работал, у меня таких красавчиков, как ты, по 4 за день было. Ну блин, Слана, не думай, что проведешь. Ребята, почему, спрашивают, такая слабая подготовка была к рвать на битах? Дело в том, что я очень обижен был на Дэнчене, что меня обманули. Мне сказали, будет 8 раундов. Я подготовил 8 полноценных раундов. А потом сказали, что только 2 раунда. И мне пришлось эти 8 раундов как-то уместить в 2 всего раунда. Да, поэтому я брал кусочки из всех 8 раундов и как... дадаисты, да, перемешивал их и пытался выдать некий текст, который бы мог сработать, но не получилось. И вывез батл Замай. Да, но неожиданно Замай вторым раундом затащил весь батл, потому что получилось безинтересное зрелище с моей точки зрения полностью, да, кроме раунда Замая одиночного. Это то, что нужно было вот этому батлу. Рвать на битах, нахуй твоих грайм, я Ханза Май. Вы знаете, рвать на битах, нахуй твой грайм, я Ханза Май.
Замай так благородно звучал, вы не понимаете вообще ничего в русском рэпе. Какая нафиг тараторка Дэна Чейни? Ну и чё, блин? Хан Замай — это чистое золото. Блять. Сам не ожидал, да? Замай вытащил. Видимо, не вытащил, раз ты родился, уёбок. Раунд. О, вот это песня, да? Ты ебал троллить. Почему троллить? Ах, твой играем. Я Хан Замай. Нахуй твой играем. Я Хан Замай. Рвать на битах. Нахуй твой играем. Нахуй твой играем. Рвать на битах. Я Хан Замай. Нахуй твой играем. Ну ладно, ребят, приятно было пообщаться. Много услышал интересных мнений. Я надеюсь, мы взаимно обогатились какой-то информацией. Всем спасибо за интересные комментарии. Нейросетям тоже спасибо. Вы отрабатываете алгоритмы с каждым днем. Все обширнее наши знания в этой области. Все интереснее применение нейросетей в быту, как там при помоле орехов, при общении в той же, да, трансляции.
без вот этих нейросетей, да, сегодняшняя трансляция, мне кажется, скучная и одиноко выглядела бы. Я был бы похож на сумасшедшего, который просто, знаете, общается с гаджетом. Это было бы не очень приятно. И поэтому тут на выручку пришли нейросети, и я чувствую себя востребованным, многоликим. Так что не забывайте, пожалуйста, перечислять деньги, донаты в описании. Так что обращайте внимание всегда на донаты. Помните, кто делал вам донаты, кому вы делали донаты. И старайтесь перечислять. А я все-таки пожелаю вам позаботиться о себе. Немного задуматься о том, кто вы. И зачем вы сегодня не купили ничего из фруктов. Рискованное дело жить, но еще более рискованное дело.